Наш диалог изобразительного искусства и музыки, посвященный французским карандашам эпохи Возрождения, мы не случайно начали с музыки Гийома де Машо, композитора и поэта так называемого «нового искусства» XIV века, искусства светского, впервые заговорившего не о божественных ценностях, а о человеческих чувствах, о любви, о ее радостях, ее страданиях. Новое искусство завершало готику, и в нем уже забрезжили первые проблески зари Ренессанса. Но рождение ренессансного искусства во Франции было прервано в самом начале событиями Столетней войны. Понадобится почти 50 лет борьбы за свободу и единство Франции, чтобы к середине 15-го столетия снова возникли предпосылки для возрождения страны, ее культуры и искусства. И теперь уже неутонченный и изящный человек времен Гийома де Машо, а человек реальный, ну вот такой, как на этих рисунках из коллекции Эрмитажа, станет главным предметом искусства разгорающейся зари французского Ренессанса. Эти портретные рисунки и есть французские карандаши, карандашные портреты, особенно любимое французами и самое французское из всех искусств эпохи Возрождения. Родоначальником ренессансного портрета во Франции был Жан Фуке, первый великий художник Франции, создатель первой национальной живописной школы. Ее называли «Школа Луары» или «Школа Тура». Тур – старинный город на берегах Луары. Как и замки на берегах Луары, Тур в XV веке был местом пребывания королевского двора. Этот портрет – один из всего лишь трех дошедших до нашего времени портретных рисунков Жана Фуке. Возможно, это подготовительный рисунок к несохранившемуся портрету короля Людовика XI, копия которого хранится в музее Версаля. Действительно, между ним и эрмитажным рисунком есть сходство в ракурсе головы, близком к профилю, в твердой лепке лица, в деталях – шляпа, головной платок, короткий воротничок, подпирающий шею. Но ни в облике короля, ни тем более в лице нашего мужчины нет никаких атрибутов королевского достоинства. Скорее, в нем можно усмотреть некое сходство с самим Жаном Фуке на его автопортрете. А Фуке, заметим, по понятиям того времени, простолюдин, ремесленник. Но их сближает общность типа – худое узкое лицо с жестко обозначенными скулами и глаза, в которых читается сосредоточенно напряженное внимание к миру. Этот взгляд особенно выразителен в рисунке. Серьезный, проницательный взгляд человека, оценивающего мир трезво, и не без иронии, а главное, чувствующего себя с ним, с миром, наравне. Именно такой портрет отвечал французскому вкусу, портрет современника и соотечественника, изображенного без прикрас, таким, каков он есть, в облике которого читается благородство, но не по рождению, а по самоощущению своего человеческого достоинства. И это несмотря на то, что заказчиками портрета была знать, король, королевская семья, дворяне двора. Искусство в эпоху Возрождения во Франции было привилегией аристократии. Эти портреты короля Карла VIII и его супруги королевы Анны Британской исполнены Жаном Бурдишоном, художником из Тура, последователем школы Жана Фуке. Портрет Анны Британской, видимо, был натурным этюдом к миниатюре из «Большого часослова», заказанного королевой Жану Бурдишону. Это то же самое миловидное лицо, охваченное плавными чистыми линиями, как и на рисунке. Но в рисунке тончайшие градации черного карандаша, тающих пятен белого мела и нежно-розовой сангины оживляют это лицо внутренней жизнью, сложной, таинственной, трудноуловимой. Целый мир чувств, мыслей, настроений молодой женщины. Вот такие выразительные возможности портретного рисунка и станут важнейшим качеством французского карандашного портрета. В тот самый момент, в XVI веке, когда ярко разгорится радужная заря французского возрождения. Сальтарелла, которая сейчас прозвучала, народный итальянский танец, который под названием «брабанского па» танцевали при дворе короля Франциска I. Итальянское искусство оказало огромное влияние на французскую ренессансную культуру. Все началось с походом в Италию предшественников Франциска, Карла VIII, а затем Людовика XII, которые претендовали на наследство от итальянских родственников. И молодой Франциск I, ну, это, наверное, такой, каким мы его сейчас видим на этой копии рисунка Жанна Периаля, последнего портретиста школы Фуке. Молодой Франциск начал свое правление в 1515 году с похода в Италию. Но ничего хорошего итальянские войны Франции не принесли, кроме открытия французами итальянского ренессансного искусства. Еще Карл VIII, возвращаясь из Италии, привез с собой итальянских мастеров, которым поручил перестройку своего замка в Амбуазе. Франциск, увлеченный блеском итальянской культуры, затевает обновление старых и строительство новых резиденций на берегах Луары, приглашая для этого итальянских архитекторов, мастеров, художников. В 1516 году по приглашению Франциска в Амбуаз приезжает Леонардо да Винчи. Последние 3 года жизни он живет в Амбуазе, в небольшом замке Кло-Люсе, подаренном ему королем. В нем великий художник и умер в 1519 году и был погребен в часовне святого Ибера на территории Амбуазского замка. Кочующий из замка в замок двор короля Франциска I становится главным центром общественной и культурной жизни во Франции. Здесь собраны ее ученые, поэты, музыканты и художники. И украшения двора – прекрасные дамы. Ну, такие, например, как эта молодая женщина с тайной во взгляде и всегда заметной улыбкой на устах, в чепце и в платье по моде двора королевы Клод, первой супруги Франциска I. А сам король, меценат, собеседник философов, ценитель музыки и поэзии. Он сам сочиняет стихи, коллекционирует произведения искусства. Король-рыцарь, блистательный Франциск. Таким он и предстает на эрмитажном портретном рисунке, который считается копией рисунка Жана Клуэ. Жан Клуэ – художник из Нидерландов с 1516 года, почти с самого начала правления Франциска I, и до конца своих дней – художник короля, главный портретист двора. На памятной медали, исполненной уже после смерти Жана Клуэ, он изображен словно римский полководец или император. Столько в этом профильном изображении свободы, уверенности, значительности. И та же, и даже еще более внушительная значительность в портрете короля Франциска I. Эта копия, скорее всего, исполнена с оригинала в мастерской Жана Клуэ. В ней сохраняются черты его почерка и стиля. Точность нидерландского реализма сочетаются в нем с обобщенностью и гармонией форм, присущих итальянским портретам, с которыми Жан Клуэ познакомился при дворе. Франциск на этом портрете – благородный вельможа в пышном берете, с приветливостью на лице, но с ироничной усмешкой, скользнувшей по губам, и с настороженностью во взгляде. Тонкость портретной характеристики и изящество рисунка создали славу карандашам Жана Клуэ. Ему подражали, у него учились. Самым известным его учеником был его сын Франсуа Клуэ. Это музыка старинного танца гальярда, нотную запись которого впервые опубликовал Пьер Аттеньян. Нотопечатник. Нотопечатник двора Франциска I. Веселый, оживленный и весьма изысканный танец. Гальярда была очень любимым при дворе. Считалось, что лучше всех ее танцевала сестра Франциска, Маргарита Наварская. Это одна из самых выдающихся женщин Франции эпохи Возрождения. Покровительница гуманистов и философов, она и сама была незаурядной писательницей. Ее самое знаменитое сочинение – сборник новелл «Гептамерон», названное так по аналогии с Декамироном Бокаччо. А это портрет мужа Маргариты Наварской, Генриха д'Альбре, короля Наварры. Рисунок попал в Эрмитаж в 1768 году, в XVIII веке, вместе с другими французскими карандашами в числе почти 5000 западноевропейских рисунков, которые для своей коллекции купила Екатерина II у бельгийского коллекционера графа Карла Кобенцля. Все рисунки были наклеены на паспорту, и в картуши под ними было вписано авторское имя. Одно почти для всех французских рисунков. И только в начале XX века началось изучение французских карандашей. И только в начале XXI века портрет Генриха д'Альбре обрел имя автора – Франсуа Клуэ. Пока осторожно, под вопросом. Франсуа Клуэ – один из самых выдающихся художников, самый знаменитый французский портретист эпохи Возрождения. Ученик своего отца и наследник его должности королевского живописца, Франсуа создал свой собственный портретный стиль. Подчиняя фигуру вертикали листа, он удлиняет ее почти по пояс, оставляя лицу лишь треть листа в верхней его части. Фигура обретает стройность, изящество осанки, а лицо отдаляется, отстраняется от зрителя. Теплый прозрачный свет, освещающий лицо, смягчает замкнутое выражение легкой улыбкой. Но это всего лишь любезная улыбка светского человека. Она скрывает его истинные чувства, но выдает внутреннюю напряженность, в которой он существует. Клуэ создает точный образ человека своего времени, с открытыми в нем богатством его возможностей и одновременно очень точный образ француза, живущего в тревожном мире в эпоху гражданских и религиозных войн, требующих от него мобилизации, готовности к действию, напряжения всех его жизненных и духовных сил. Тот же характер образа и в портретах главных моделей Франсуа Клуэ, короля Генриха II и королевы Екатерины Медичи. Екатерина изображена во вдовьем чепце и траурном платье. Траур по мужу, погибшему в поединке на устроенном им рыцарском турнире. Этот траур Екатерина носила до конца своих дней. Итальянка из семьи знаменитых правителей Флоренции, мать 10 принцев и принцесс, детей Франции. После смерти Генриха II Екатерина активно участвовала в правлении своих сыновей, последовательно сменивших и очень быстро друг друга на французском троне Франциска I, Карла IX, Генриха III. Всеми средствами Екатерина стремилась сохранить династию Валуа на французском троне. Современники, да и многие историки, считали ее жестоким правителем, ответственным за беды Франции в годы религиозных войн, в частности, за резню протестантов-гугенотов, устроенную католиками в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года. А на портрете Клуэ немолодая дама с лицом некрасивым, но облагороженным достоинством и внутренней значительностью. И никаких трагедий, никаких потрясений, а уж тем более страстей на этом спокойном лице. Такое же отстраненно-благородное достоинство читается и в облике короля Генриха II, разве что в темных, почти непроницаемых глазах, чуть прикрытых тяжелыми веками, угадывается глубоко затаенная печаль. Но с блеском обрисованные берет и костюм с драгоценными украшениями сразу переводят портрет в ранг парадного, задача, которую тоже первым начинал решать Франсуа Клуэ. Этот карандашный портрет короля Карла IX – признанный шедевр Франсуа Клуэ. Он послужил, как предполагают, подготовительным рисунком для 2 живописных портретов Карла IX, написанных с перерывом примерно в 3 года. В верхнем углу рисунка есть надпись, сделанная рукой одного из секретарей Екатерины Медичи. Это рисунок из ее коллекции. В этой надписи дата 1566 зачеркнута, и поверх нее поставлена дата 1569. Камерный портрет 1566 года из фонда Бамберга в Тулузе очень близок к рисунку, а портрет 1569 года – это один из редких парадных портретов, написанных Франсуа Клуэ по итальянским образцам. Фигура в полный рост, важность и элегантность позы, лицо между беретом и плаёным воротником, смотрящее издалека, сверху вниз. Этот портрет предназначался в подарок австрийскому императору Максимилиану в связи с переговорами о браке его дочери, принцессы Елизаветы, и молодого короля Карла IX. Карандашный же портрет Карла IX, оставаясь камерным, естественно и органично сочетает в себе холодноватый аристократизм внешнего облика с тонко подмеченным и очень точно обозначенным выражением глубоко затаённого, недоверчивого ожидания в юном лице, в темных глазах. И все это в обрамлении парадного берета, элегантного костюма, обрисованного плавными силуэтами, стремительными диагоналями, волнообразными завитками и изящной штриховкой, всей виртуозной игрой линий Франсуа Клуэ, игрой созидающих совершенную красоту портретного рисунка. Мы показали только несколько листов из собрания Эрмитажа, и при этом прозвучали почти все главные имена творцов французского Возрождения. А хранится в Эрмитаже почти 130 портретных рисунков этого времени, из которых не менее 30 признанные шедевры. За пределами Франции это лучшая коллекция французского карандашного портрета эпохи Возрождения. И все, что заключено в этих рисунках – лица, судьбы, характеры, таланты и проницательное мастерство художников, и сама эпоха с ее открытием красоты мира и человека – все это навсегда остается нашим драгоценным достоянием.